Смотрите, раз, два, три, бам! У нас появляются когти, друзья. Но перед просмотром моего видоса, друзья, я вам рекомендую группу по накрутке GTA Online, только ПК-версия. Спросите, чем отличается от других групп? Ведь накрутчик использует приват-софт, никакого паблика. И я вам отвечу, у этой группы самые низкие цены, которые вы нигде не найдете, а также много положительных отзывов. Группа только развивается, давайте же ускорим развитие, рекомендую, ссылочка будет в описании. Переходи, подписывайся и прокачивайся по полной. Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости канала, друзья, с вами по-прежнему Диман, и сегодня мы смотрим на уникальные моды в игре GTA 5. Я уверен, то, что этот мод вы мало где видели, и сегодня я не один, а с Настей поздоровайся. Всем привет. Да, друзья, сегодня мы посмотрим вместе на этот замечательный мод. Мы, кстати, недавно были на фильме, на релизе данного фильма, и он нам очень сильно понравился, да, Настя? Да, очень. И да, друзья, сегодня я нашел уникальный мод, который стоит денег, и это не просто какая-то замена там текстуры и, соответственно, какие-то левые способности от других супергероев. Нет, друзья, здесь совершенно все очень серьезно. Смотрите, раз, два, три, бам! У нас появляются когти, друзья. Да-да-да, это просто сногсшибательно. У нас есть способность очень быстро перемещаться, ну и, соответственно, стремительная атака. И, конечно же, мы можем разрывать на куски любого человека. Поэтому, смотрите, вот так вот просто, просто берем и всех уничтожаем. Да, друзья, сегодня у нас в видосе будет маленькое задание. Мы должны будем найти своего клона, дочь нашего Логана, которую зовут... как ее зовут, напомни мне, пожалуйста? Лаура. Лаура, да, друзья. Или же проект X23, если я не ошибаюсь. Да, друзья, ее, конечно же, похитили наши враги, наши оппоненты, которых мы разорвем сегодня на куски. И сегодня я бы хотел вам показать несколько моделек нашего Логана, друзья. Смотрите, во-первых, я установил очень много моделек, поэтому сегодня вы можете выбрать любого, кто был... ну, кто подойдет вам, конечно же, по душе. А именно, смотрите, есть обычный Логан вот такого плана. Это прям молодой, какого-то 2010 года, как мне кажется. Далее есть вот такой вот Логан. Это уже очень потрепанный. Помнишь, в конце фильма он именно таким казался, да? Помнишь? Так вот. Друзья, есть, конечно же, вот такой вот Логан. Смотри, он, кстати, он очень похож. Согласись, да? Очень похож на того из фильма. Вот, согласись. А это уже пролог, получается, это получается начало, как раз таки, да-да-да-да-да, если я не ошибаюсь. Так, ну и, друзья, здесь у меня также есть еще несколько, в общем-то, Росомах, которые из фильма, друзья. Вот, смотрите, вот такой вот Логан. Он такой мощный. Это, кстати, по-моему, из Люди Икс, по-моему, если я не ошибаюсь, вторая серия, друзья. Есть такой вот Логан, это первая серия, где он на байке разъезжал, и полностью у него, кстати, был байк с нитроускорителем, это было реально круто, я себе такой хотел. Есть такой Логан с его одеждой, друзья. Да-да-да-да-да. Многие, кстати, ждали от фильма, что он оденет свой, наконец-таки, костюм, наряд. Но этого не случилось, и поэтому мы его видели именно обычным Логаном. Кстати, это из фильма «Люди Икс». Но мы его видели обычным Логаном, и сейчас мы оденем его именно в то, что нам необходимо. Давай, этот или вот этот? Предыдущий. Или вот этот? Нет. Вот этот? Да. Хорошо, друзья, сегодня мы будем играть именно за такую модельку и, конечно же, будем, в принципе, выбирать и выставлять наши когти, это реально круто. Но пока что, я думаю, нам пора развлечься, немножечко нагреть на себя ментов и, соответственно, немножечко повеселиться. Как думаешь? Как считаешь, а? Да. Кстати, друзья, я хочу вам показать то, что эта моделька, этот Логан имеет просто невероятную силу. Посмотрите, что сейчас останется от машины. Да просто ни хрена! Он еще, кстати, орет, слышишь? Ты слышишь это? Да. Офигеть. Это его порыв ярости. Че с тачкой случилось? Да ладно вам. Я там вообще в шоке уехала. Не-не-не, она еще не в шоке. Чувака! Чувака порезали, отлично. Он хотел сбежать от нас, но, к сожалению, этого не случилось. Так, тут еще вроде бы тёлка была. Смотри, бежит, бежит. Смотрите, у меня, кстати, очень высокий прыжок. И смотрите, что сейчас будет, друзья? Будет то, что вы ждали. Отлично, друзья, отлично. Ты закрывай это, да-да-да. Ну а мы должны набрать форму, потому что у нас, кстати, друзья, есть регенерация, о которой я забыл вам сообщить. Да, если нас... Видите, в принципе, нас как бы в нас стреляют, но у нас сразу же получается... Подожди, у нас должны, по сути-то, заживать раны. Раны не заживают, что за фигня?
Я, блин, заплатил за мод, который... в котором прописано, что будет заживление ран, но этого не происходит. Ладненько. Давай мы нагрим на себя как можно больше ментов, попробуем, в принципе, сбить вертушку, и потом, конечно же, мы отправимся на военную базу, где и содержат нашу Лауру. Ну, или проект X-23. Короче, друзья, мы должны сегодня ее спасти и, соответственно, скрыться с места преступления, и я надеюсь, что мы справимся. Как считаешь? Так. Офигеть, какая у него скорость, друзья. Это просто, это невероятно, какой быстрый Логан. Да ладно вам. Такое ощущение, будто он вообще телепортируется. Ё-моё. Тихо. Да ё-моё. Не по машинам же, надо по людям. По копам, по врагам нашим. Капец, он просто на расхват. Ты смотри, он на всех агрится. Так ладно, друзья, нам необходимо сейчас, короче, раздобыть транспорт и попытаться скрыться. Так. Кстати, какую бы ты тачку хотела взять, а? Вот смотри, красненькая такая есть, неплохая. Вроде бы Porsche, твой любимый. Хотя нет, могу ошибаться, это Ferrari обычная, по-моему, если не ошибаюсь. Да, это Ferrari. Похоже очень на Ferrari. Да. Друзья, короче, сейчас мы отправляемся на военную базу искать Лауру. И, соответственно, друзья, попытаемся ее... Такая классная тачка, ты ее. Да пофигу, господи, она все равно нам не нужна. Мы миллион таких тачек можем раздобыть. Короче, друзья, как только доберемся до базы, я продолжу. Мы сегодня обязаны найти нашу Лаурочку. Так, ребята, ну что же я могу сказать, это то, что я не смог добраться до нашей военной базы, мне просто этого не дали, здесь очень много ментов, как вы видите, 4 звезды, 4 сраные звезды, и мне кажется, нам нужно немножечко половину народа просто расхреначить, а потом скрыться и потом уже отправиться на нашу военную базу. Возможно, это будет не в одной серии, поэтому если вы поставите 3000 лайков, то в следующей серии мы пойдем и найдем нашу Лауру, друзья, да-да-да. Так, подожди. Вроде бы мы скрылись, да? Слушай, мы реально скрылись? Угу. Отлично, вот это меня уже радует. Так, подожди, тёлка стоит, давай мы ее немного зарежем. Смотри, прям под зад. Да, классно так как. Блин, мне вообще нравится способность нашего Логана, друзья. Вот реально, он, смотри, какой он бешеный. Это после того, как он принял анаболики. Помнишь? Вот именно сейчас он на последнем издыхании, друзья. И именно сейчас мы немного повеселимся. Подожди, давай вот эту точку расхреначим. Да! Вау! Да, жесть! Что он творит вообще? Смотри, что он сделал. Вот именно! От нее ни хрена не осталось. Давай попробуем ее полностью расхреначить. Чё, посмотри, что будет. Смотри. Офигеть, чуваку вообще капец. Это был когда-то Гелендваген, слышишь? Оу! Я первый раз вижу, чтобы от таких ударов отваливались колеса. Да фиг там, я все. Логан на свободе, Логан в ярости. У Логана отняли дочку, и теперь Логан будет мстить всем и каждому. Ты приехал, ты думал, со мной справишься, придурок, да? Вот давай, встань, попробуй что-нибудь мне сделать. Попробуй мне что-нибудь предъявить, чувак. Че, это все, что ли? Ни хрена себе, вот это ярость, друзья. Вот этого я не видел еще за весь этот видос. Да и вообще, честно сказать, я не просто их положил, я их просто разорвал на части. Где лысые? Да, в смысле лысые? Ну, блин, не знаю. Это точно не лысый. Где он лысый? Ты посмотри, у него он голый. Хотя нет, он тоже лысый. Ну, пофигу. Так, что хочу еще, друзья, проверить? Я хочу проверить, что будет, если, в принципе... попробовать на Логане, попрыгать по зданиям. Давайте попробуем попаркурить, реально. Вот как раз таки и проверим свои способности в этом деле, и тогда уже будем полностью готовы спасать нашу Лауру. Но чё-то мне кажется, у нас-то мало чё получится, слышь? Как думаешь? Как считаешь? Он, кстати, достаточно высоко прыгает, но этого... О, подожди! Нет, подожди, был захват, я тебе говорю, захват был. Смотри, получается... Вот! Ну он пытается, но нифига не получается. К сожалению, нифига не получается. Так, ладно, давайте берем кухню. Мы просто обычные, спокойные граждане, да, которые пришли в город. В крови, а да где? Нормально. Гражданин, да. Да посмотри, нормально, он вообще себя адекватно чувствует. Оу, фак. У него, походу, месячный. Я вот посмотри, он весь красный. Ребенок, да конечно, я вообще говорю тебе. Да. Чувак, мне кажется, сегодня не твой день. Нахрена вы вообще лезете ко мне? Я же имею регенерацию, способность к восстановлению. Вы же ее не имеете. Нафига вообще лезть? Господи, вы хотя бы головой своей думали, когда выходили на смену на сегодняшнюю. Вау! Ты видела эту, кстати, реакцию? Офигеть.
Я вот реально этого не видел. Друзья, ставьте лайки, кому нравится данный мод. И если здесь будет 5000 лайков, я предоставлю вам данный мод совершенно бесплатно. И вы можете также немного повеселиться, а может быть даже устроить какой-то батл поединок. Кстати, пишите в комментариях, может быть тоже мне что-нибудь подобное устроить. Так, ребята, давайте попробуем тачку украсть и попробовать увалить от этих ментов, потому что опять 2 звезды. И в принципе, если у нас получится, то уже точно мы отправимся на военную базу и, возможно, попытаемся найти нашу Лауру. Господи, только не лагай, GTA-шка, ну прошу же тебя. Тут вроде бы не особо сильно напряг на комп идет, но все-таки, друзья, мой комп совершенно не справляется с этим. Тихо. Отлично. Так, подожди, надо убрать мигалки и валить нахрен. Так. Подожди, у нас что-то там красное посвечивается, видишь? Че это? А, мент. Мы возле полицейского участка, я так понимаю. Смотри, ты посмотри на него, он вообще бесстрашный. Офигеть. Друзья, ну я так понимаю, 3-4 удара от Логана, и любой человек падает пред его ногами. Вот серьезно, вот это классно. Так, друзья, ладненько, я, короче, побежал уже на военную базу искать нашу Лауру, ну а вы ставьте лайки, и тогда в следующей серии мы попытаемся ее спасти. А с вами был Диман, обязательно подписывайтесь на канал, и давайте наберем 3000 лайков для следующей серии и 5000 лайков, чтобы я оставил ссылочку в описании под этим видосом, и вы скачали, установили себе данную модельку и, соответственно, возможности и способности Логана. Это круто, друзья, это реально круто, вы только посмотрите на это. Офигеть! Офигеть, друзья, я обожаю эту модельку. Все, ребят, всем удачи и всем пока! Всем пока!